Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Evil Genius 2. Ну что ж, мы с Тамарой ходим парой, да? Тамару мы привели к нам, мы промыли ей мозги, она пока здесь, собственно, обескураженная, скажем так, ходит. И вот мы сейчас занимаемся тем, что собираем на мировой арене о ней данные. Еще 3 единицы нам с вами нужно собрать, и для этого нам нужно было изучить, точнее, исследовать, да, 3 уровень регионов. Мы с вами это сделали как раз-таки. И сейчас можем регионы поднимать аж до 3 уровня. Нам с вами нужно глянуть, где это у нас с вами было. Было это у нас с вами вот здесь, да, кажется. 3 уровень региона, да, нам с вами нужно повысить. Давайте посмотрим, у нас, в принципе, есть все необходимое. Это запас внимания плюс 50 еще у нас с вами будет, да. 40 денег за 5 секунд. Доход и махинация еще лучшего качества, чем сейчас есть у нас с вами. Здесь сейчас следит агент, та самая товарищ Ольга, да. Ядерная Ольга пришла к нам сюда. Последить за нами мы можем ее, конечно, пригласить, но давайте для начала, я думаю, улучшим, собственно, здесь регион до 3 аж уровня, напомню, потом сможем еще проворачивать дополнительные махинации. Так, но это еще не все, где-то ведь еще должны быть вот здесь, да, судя по всему, я так понимаю, тоже 3 уровень? Нет, здесь не нужен 3 уровень, кстати говоря, но здесь тоже слежка сейчас идет, и внимание, в принципе, в регионе довольно неплохое. Так, и где-то еще должно быть, получается, да, давайте мы сами найдем это, хотя бы посмотрим, может быть, там сможем что-то сделать, хотя бы как-то подготовиться. Возможно, к дальнейшим нашим действиям. Я что-то не вижу, третье, где еще одно должно быть? А, вот, здесь, собственно, с краю ничего не видно. У нас тут региончик заблокирован, тут у нас сейчас еще и слежка идет. Но в любом случае нам нужно будет действовать даже со слежкой. Пускай никто к нам приходит, мы с ними, думаю, справимся. У нас там сейчас так, ни много ни мало 222 максимальное качество у нас приспешников, прислужников наших, да? И, в общем-то, ребята натренированы, так что, думаю, справимся. Нормально. Поэтому, да, здесь мы с вами улучшили. Тут нужно будет регион улучшать или нет? Тоже нужно улучшить регион. А можем ли мы, если позволить, непонятно пока, пока он заблокирован. Но давайте посмотрим, что у нас теперь здесь происходит. Так, внимание 79 из 150. Здесь у нас с вами внимание будет 120. Вау, ну тут точно нужно снижать, так сказать, это дело. Но пускай Ольга к нам приходит. Она к нам придет со своей этой пушкой огромной. Но я думаю, ничего страшного. Но я хочу понизить здесь внимание в регионе. Так, внимание минус 150. 3 пропагандиста на 45 минут, да? Либо за деньги, 25 тысяч. Ну и, собственно, да, чем лучше регион, естественно, тем дороже все это будет у нас с вами стоить. 10 тысяч, ладно, давайте запустим махинацию. У нас данные, в принципе, все есть. Пускай нас следит, пускай, давай, приходи к нам. Уже пофиг, в принципе, мы хотим здесь... А, мы можем, в принципе, от этого избавиться, да? Ну давайте, разобраться с угрозой, в принципе. Поехали, ребятки. Разберемся с этой угрозой. Надеюсь, все будет хорошо. Потом мы с вами уже запустим туда следующую махинацию, которая нам с вами необходима уже, естественно. Так, здесь у нас с вами региончик тоже, смотрите-ка, готов. В принципе, здесь тоже слежка идет, но слежка, блин, идет везде. И нам нужно до 3 уровня ее бахнуть. Можем ли, пока нет силы сигнала. Хорошо. Что мы с вами сейчас исследуем? Мы с вами сейчас исследуем улучшенные ретрансляторы. То есть мы с вами, скорее всего, сейчас будем заменять их. Да, вот эти вот будем убирать и заменять на новую версию ретрансляторов, соответственно, которые, я так понимаю, будут больше сигнала выдавать, чем эти. Это хорошо, это нам с вами нужно. Поэтому надеюсь, что не бесполезные исследования. Хотя я думаю, что бесполезных здесь совсем нету. Так, ну а пока вернемся, давайте на мировую карту. Все-таки хочу посмотреть, что происходит здесь. Уже процесс пошел. Надеюсь, сейчас вы отвлечете, все будет хорошо. Бам. Так, ну, собственно, здесь все хорошо. Дерется с контрабандистами. Гуляет по вашему логову. Все-таки она пришла к нам в логово, да? Ну ладно, так или иначе, мы с вами наемников не хочу пока отправлять. Давайте пока сейчас встретим тогда Ольгу. А потом уже будем заниматься всеми делами. Но гулять она будет хрен знает где. Мы тут поставили сами еще пчел наших. И, возможно, заспавнит теперь в другом месте. Она совершенно не здесь где-то. Где-то гуляет, где-то надо ее заметить. Но я думаю, что наши ребята сейчас начнут с ней сталкиваться, когда мы уже тогда и определимся, где она там гуляет и что она там делает. В общем-то, поэтому просто подождем, когда она действительно прибудет в наше логово. И мы с вами будем пытаться дать ей отпор. Но я думаю, что получится. Если что, врубим сирену на всякий случай пожарный. Вот. Но с ней разберемся, а там уже отправим ребят, как я говорил. Потому что я думаю, что лучше сначала, чтобы они все были здесь. Да, и следили за порядком. Потом уже... Тем более там нужно 6... Кого там нужно? 6 охранников нужно было отправить, да? В общем, ребята, которые боевые у нас. Поэтому не хотелось бы сейчас их отправлять. Так, уже начинается где-то. А, вот оно что, прямо отсюда бегут. То есть они бегут, все-таки они, видимо, прибыли здесь, что ли, где-то. На чем-то, на как-то. И на сей раз бегут отсюда. Но в прошлый раз они точно спавнили где-то здесь, потому что они прям начинали отсюда. Так что, видимо, просто сегодня вот из казино из нашего. Так, а где там? А где? Ага.
Вот и она. Так, ну мы сразу их отметим, давайте. Между прочим, бывалые солдаты 8-го, блин, уровня. Охренеть, просто можно? Мощные ребята, ну ничего, нас много, мы справимся. Так что, я думаю, проблем быть не должно. Конечно, сейчас они опять нам сделают здесь кучу мешочков, так сказать. Но ничего, ничего, давайте, пометил их, все. Ловушки там сработали, да, давайте, 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 давайте. Хватит наших, блин, ученых трогать-то, вы что такие, изверги? За что ученых-то трогаете? Ой, зря вы здесь прибежали, сейчас там лазеры всех расщепит. Ну, наконец-то начали стрелять, молодцы какие. Давайте, давайте, давайте. Жизнь, она там расстреливает их, конечно. Но осталось не так много, на самом деле, только одна Ольга осталась уже. Все, разобрались, молодцы. Хорошо, замечательно. Фух, ну а теперь мы с вами можем отправиться на мировую арену и сделать квестики, надеюсь, да? Точнее, махинацию провести. Запускаем махинацию. 120 сразу внимания жизнь накинет нам это, но ничего страшного. Нам хватает хоть? Ровно, по идее, должно хватить. Блин, как же здесь быстро махинация, это внимание растет, ужас. Хотя я там уже изучал всякие разные бафы, чтобы не так быстро росло, но так или иначе. Так, ну и, кстати говоря, собственно, тоже побочные задания. Давайте все-таки, наверное, повыполняем их, посмотрим. Может быть и правда, здесь не только нам деньги дадут, а и мы устраним лишних агентов с мировой карты. Это было бы кстати. Ну вот, например, с той же Ольгой можно разобраться. Дочь мирного атома, суперагенты. Ну, это самая ядерная Ольга. Ядерная Ольга бросила вам вызов. Поставьте ее на место, проверните смелую кражу прямо у нее под носом. Три. Угу. Безжалостный суперсолдат молота ядерная Ольга нацелилась на ваше логово. Нейтрализуйте ее, пока она не стала представлять серьезную угрозу. 100 тысяч мы с вами еще получим. Ну и деньги как пригодятся. Давайте начнем побочную историю, окей. Ядерная Ольга, дочь мирного атома. Я много о тебе слышал. Хорошо. Меньше времени уйдет. Я здесь, чтобы тебя остановить или убить. Уж как получится. Нам нет нужды враждовать. Ты можешь просто отойти в сторону. Наверное, ты думаешь, что сможешь меня победить, потому что много знаешь и много книжек читаешь. Но я знаю кое-что, чего ты не знаешь. Зиму не перехитрить, можешь только ждать, пока она тебя убьет. Ну что ж, Ольга, посмотрим, посрамить ядерную Ольгу на мировой арене. Так, и как же нам это нужно сделать? Давайте посмотрим, кто нам нужен. Так, там ребятки полетели, я так понимаю, здесь, да, что-то будет приворачиваться у нас. Скорее всего, да, это 40 внимания, это 8 охранников, одна минутка, всего золота 10 тысяч. Ну, давайте запускаем махинацию тоже, пускай сейчас, правда, вся охрана, блин, получается, из логова улетит по делам, но ничего страшного, только один из трех нам с вами нужно будет еще найти, я так понимаю, здесь точки взаимодействия с этим, да, и также попробовать что-то там провернуть. Но мы с вами также не забываем и про основной квест, который у нас с вами здесь есть, который мы с вами будем выполнять, само собой. Ну и, возможно, таким образом все-таки избавимся от... ядерной Ольги. Ну что, товарищ Ольга, давай мы тебе еще последний раз бросим, так сказать, вызов здесь. Данные и охранники нужны. Давай запускаем махинацию тогда, поехали. Внимание 40, можем себе позволить. И это будет 3 из 3. И дальше посмотрим, что же случится. Надеюсь, ничего сверхстрашного для нашего логова. Но в любом случае, я думаю, что мы с ними справимся. И надо, да, потихонечку их убирать, а то они нам очень сильно бывают мешают, конечно. Тем временем у нас с вами исследованы продвинутые ретрансляторы, отлично. Еще больше увеличивает силу сигнала и маленький экранчик, который позволяет прислужникам точнее направлять радиоволны. Балдеж, балдеж, так, здесь мы с вами тоже все пока изучили и... здесь пока мы с вами дальше не можем отправиться, хорошо, в логове мы с вами можем что-то сделать. Так, ну что ж, здесь мы с вами завершили и теперь нам нужно построить стойку с пистолетами, еще две штуки в нашем логове. Ну хорошо, давайте... так, а куда бы я их поставил? Такой вот вопрос. Я же могу эту породу, подождите, немножко убрать уже или нет? Еще сейчас посмотрим. Да, могу. Все, тогда сейчас просто расширим этот класс. И все. Лишнюю комнату. Ну, вот так, я думаю, будет достаточно. По идее, должно хватить стоек с пистолетами. Сейчас посмотрим, если не хватит. Там добавим, конечно, еще потом. Но в любом случае, расширим и заодно и арсенал у нас тоже расширится. Наш, что, в общем-то, хорошо. То, что нам с вами и нужно. Замечательно. Ну и посмотрим, что потом нас будет ожидать. Какие еще приключения нас с этой дочерью мирного атома будут ожидать. Надеюсь, что мы, собственно, с ними справимся. Должны справиться, по идее. Так, там почти уже все готово. Замечательно. И нам надо также продолжать собирать данные, да? Давайте посмотрим вообще, что у нас здесь за аппараты такие появились. Новенькие. Так, у нас сами здесь ретрансляторы какие-то новые. И они нам дают сколько сигнала? 2 сигнала вместо одного здесь, да? Потребляют, конечно, больше энергии. Стоят дороже, но... ой, они такие маленькие, слушайте. То есть мы, в принципе, здесь... можем поставить... ну, не совсем, конечно, маленькие, но так или иначе, можно поставить раз-два, и будет больше явно, чем то, что у нас с вами есть сейчас. Да и в целом здесь помещение тоже можно немножко расширить, у нас есть куда нарастить, так скажем.
Вообще можно поставить вот так, знаете, кругом их ставить, это будет прикольно смотреться. Мне кажется, на то и рассчитано. Класс, только денег надо до хрена на это на самом деле. Ну ладно, мы потихонечку сейчас начнем варганить, а там уже будем заменять. И все, я думаю, будет хорошо. Давайте пока сделаем здесь. Да, еще последняя оружейная стойка нужна с пистолетами. Сейчас мы как раз здесь поставим пятую, и будет все замечательно. Надеюсь, сейчас кто-то ее принесет. По идее, она уже должна быть закуплена. Ну, а деньги у нас, конечно, убывают, но потихонечку и накапливаются, потому что у нас махинации проворачиваются с вами. Замечательно. Все, поставили. Победить ядерную Ольгу в логове. Итак, ждем ее, где бы она сейчас не появилась. Надеюсь, наши ребята с ней справятся, ведь они у нас довольно-таки натренированы еще и с оружием, так сказать. Ну, ждем. Приходи. Так, ну здесь вроде как ее сейчас нету. Скорее всего, она с другой стороны, возможно, попрет, может быть и нет. Ну, в общем, сейчас посмотрим. А все-таки она тоже опять отсюда идет, и бывало всего второй уровень всего лишь. До этого были восьмого, сейчас всего лишь второй уровень. Ну ладно. То есть главное, собственно, битва с боссом у нас именно с ней будет. Ладно, давайте сразу пометим их, чтобы их там встречали. Хотя, может быть, давайте лучше. Они будут сейчас наших миньончиков бить, поэтому давайте сразу их отметим, да, чтобы они там это самое не офигевали, так сказать. Сильно-то уж. И наши ребята их бы сразу встретили. Все, давайте встречаем. Нифига, а, тут я думаю наши, это, я думаю, что делаешь. Не-не, ты убегай давай, ты убегай куда-нибудь сюда, сейчас тебя там победят. И толка тебя не будет. У тебя так мало здоровья, капец, сейчас. А, ну ясно. Ну, полежи, отдохни тогда, хорошо. Полежи, отдохни. Так, ну, начинается заварушка, но я думаю, что ребятки наши справятся. А что остальные-то сидите? Давайте, идите сюда. А то как бы только пачка какая-то здесь выбежала, маленькая. Остальные все там сидят, тусуются. Обманщики, естественно, ничего не делают. А вы, может быть, выбежите? Нет, не хотите? Ладно, врубаю эту сирену, давайте. Бегом, бегом. Ну, сирена же. Во, побежали, наконец-то. Все, справились, да, я так думаю? Да, справились, можно врубать. Фух. Вы столкнулись с новым противником, и хотя вы его побили, глупо думать, что он побежден навсегда. Да, серьезно, то есть она будет нам мешать дальше? Побочная история завершена, перейти к целям. Бывало, говорит, и хуже. То есть нам только все-таки деньги дадут, и все. Получить награду. Тебе удалось меня удивить, товарищ. А я-то боялась, что будет слишком легко. Знаешь, как меня боятся вменяемые люди. Как везет тем, кто уходит от меня живым. Всегда вы, умники, все сводите к тому, кто что знает. Может, я проиграла, но зато узнала кое-что новое. Так что же? Я узнала, что тебе можно пустить кровь, товарищ. И лично пущу ее снова. До встречи. А может, таки не надо? Может быть, не надо мне пускать кровь? Может быть, оставишь меня в покое, например, и типа не будешь не мешаться на мировой арене? Как ты считаешь, а, Ольга? Ну, а мы пока посмотрим, что происходит у нас здесь, по основному квесту. Вот еще здесь, собственно, данные по Тамаре можем собрать. Давайте запускаем. Наемники 6 штук надо, нифига себе. Но в любом случае, отсылаем их сюда. Это будет 4 из 5. И потом еще... Где-то вот здесь, да, получается. 5 из 5. Но здесь нам с вами нужно улучшить регион. Я могу улучшить, кстати говоря. Давайте пока улучшим. Сразу же так же сделаем. Все, мы запускаем последнюю махинацию по этому поводу и собираем все данные о Тамаре, наконец-таки. Так, еще бы я хотел глянуть, где бы мы сможем какие-нибудь, может быть, денежки умыкнуть. Но пока что-то особо ничего привлекательного не вижу. Здесь какая-то небольшая махинация есть, судя по всему, да? Так, и что, это Ольга опять появилась? Да жесть. Ольга, ну что-то появилось, мы же с тобой только разобрались. Но, кстати, задание поменялось по поводу нее, и 200 тысяч нам с вами за это дадут. Возможно, тогда все-таки, если там, знаете, несколько заданий выполнить, что-нибудь получится. Давайте начнем побочную историю. Хочу посмотреть, что будет дальше. 200 тысяч — это, в принципе, тоже деньги хорошие. Начать побочную историю. Вижу, товарищ, ты без дела не сидишь. Ты, наверное, удивишься, но мою организацию не сломить таким тяжелым тупым предметом, как ты. Так и пуля тупая, верно? И мои пули уже покосили много твоих прислужников. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это возмутительно, мои планы слишком изощренные, чтобы теперь такой непредсказуемый фактор, как ядерная Ольга, терпеть. Она себя считает неудержимой, но у каждого есть слабость. Пора узнать, где у нее слабое место. Ну, давайте узнаем. Разузнать о ядерной Ольге на мировой арене. Поехали. Взялись, так сказать, за нее всерьез, да? Так, это здесь, да? Ну да, только ты здесь за нами следишь, как бы, и сразу предпримешь действия, конечно. Блин, где-то еще должно быть, видимо, по поводу тебя что-то. Вот здесь, я так понимаю, да? 65. Ну да, давай, поехали, запускаем махинацию пока здесь. Денежки, денежки, денежки. Так, а здесь что такое у нас есть? Это у нас охранники 5 штук, кстати, 30 тысяч золота у нас нет такого, к сожалению, сейчас. И данных тоже нет, да? Я понял, ладно. Так, где-нибудь можем что-нибудь сейчас с вами сделать? Вот здесь.
Хорош. Ай-яй-яй, на самом деле почти заполнено уже, да? А мы сейчас сами начнем очищать регион, и здесь все это потеряется. Блин. Так, вот здесь небольшие деньги есть, но я прям возьму, наверное, этот квестик. 30. Поехали, хоть сколько-то будет. Уже хорошо. Здесь у нас с вами потихонечку все процесс идет, но значит мы с вами сейчас по основному сюжетному квесту тоже пойдем. Посмотрим, что там с Тамарой станет после этого. Может быть и правда к нам присоединиться. Убить телохранителей Краст в логове. 15 штук? 15 телохранителей в логове? Чего? Жесть, но... Я надеюсь, они сейчас просто откуда-нибудь пойдут и не будут спавниться внутри. Хотя, я думаю, разницы особо не будет. Мы с вами справимся и там, и там. Но понаблюдаем сейчас, посмотрим, что будет происходить. И, возможно, что-то у нас с вами получится. Зачем вообще ей нужны телохранители, если мы ее уже промыли мозги, и она такая, типа, вся за нас? Это странно немножко, ну ладно. Так или иначе, будем ждать, будем смотреть. А, вот они, видимо, прибывают. Я понял. Жесть, какие качки. О, мухи, точнее, пчелы. Но они, правда, видимо, и на наших ребят, наверное, накинулись тоже, да? Или нет? А им вообще был какой-то... Ну, чуть-чуть совсем, да. 9-й уровень, вау. Нифига себе. Так, давайте, ребятки, сюда. Быстренько начинаем. Издалека гасить желательно. Во-во-во. Не зря я вам пушки раздавал, правильно ведь? Ну, что-то пока вы как-то не очень справляетесь, правда, с этим. Но там 9-й уровень, еще бы. Ну, хоть один-то. Ну, все же, скоро ему конец, отлично, минус один. Осталось двое, остался один. Не осталось ни одного, отлично, справились. Это были только первые 5, на самом деле, поэтому нам надо быть настороже, потому что их еще 10 прибудет к нам в логово, на секундочку, так знаете ли. Но вроде так-то более-менее получилось. Так, ну что ж, давайте, да, дальше здесь тренируйтесь. Так, ты там еще не иссяк? Ты уже немножко иссяк, тебе нужно немножко отдохнуть пойти, да? Ну, иди, восстанови силы тогда. Ну, давайте поставим здесь немножко еще побольше ловушек, потому что вдруг они опять пойдут... А, они уже идут, они уже снизу, откуда-то вы прибыли, интересно, где-то здесь. Как-то умудрились попасть к нам они. Ну, так или иначе, они уже поднимаются, ладно, не успеем ловушку поставить, но ничего. Ребятки, давайте выходите, у вас тут, собственно, новая порция ждет. Так, мухи вылетают, точнее, пчелы. Хотя бы немножечко продамажьте их. Вообще, что-то, по-моему, все равно на этих пчел. Абсолютно. Так, ну, товарищи, давайте, что вы там стоите, ждете? Вам помощь нужна в отметке, что ли? Во-во-во, понеслась заварушка. Давайте, убегайте все и наваливайте, что есть мочи. Потому что надо, иначе... Наше логово, боюсь, будет повреждено. Блин, как меня колбасит, это сильно, жесть, ужас. 8 из 15, 9 из 15, последний там остался, видимо, 10, все. 10 из 15, и еще потом пачка к нам приедет, опять прибежит. Непонятно, правда, откуда, но откуда-то снизу они к нам поднимались. Может, где-то здесь причалили, типа? Хотя вроде бы здесь такой берег, что хрен подплывешь. Ну да ладно, посмотрим, короче говоря. В общем, ожидаем. И ловушки хоть какие-то установите. Хоть парочку, отлично, да. Все правильно делаете. Остальные там все отдыхать пока, давайте пополнять свои силы, кофеек попивать. И, собственно, тренироваться заново, потому что нужны новые люди. А вот и еще ребята, ну зачем вы здесь встречаетесь-то? Ну вы зря, конечно, так сделали. Ой, зря. Так, немножко лазером хотя бы вас. О, лазер-то хорошо прям, слушайте, фигачит, прям очень хорошо. Попробуем-ка несколько их поймать. Если получится, не знаю, сейчас, давайте. Так, вон, пчелки, за работу. Этого ловим. Ну ты зря ты выбежал, конечно, я просто одного удара положил, дружище. Так, кого нужно устраняем, кого не нужно захватываем. Если не получится, то тоже с ними просто справьтесь и все, пожалуйста, хоть как-то. Ага, я так понимаю, что... Хотя вот еще 3 осталось на самом деле. Давайте хватать. О, схватили или не схватили, нет, еще не схватили. Ладно, ожидаем, может получится все-таки. Вот их 3 осталось, кого не нужно. Да, слушайте, получилось схватить, сейчас будем мозги промывать. И посмотрим, что из этого получится, в кого они превратятся, мне интересно. Ну и заодно, конечно же, по квестику тоже доделаем уже все, что нужно. Так что давайте отводим их в камеры. Пускай они там пока теряются. Ядрить у них решимости, конечно. Они, блин, еще и сбегут по 40 раз, наверное, каждый. Ну ладно, посмотрим, как это будет. Просто реально интересно, во что они превратятся. Может быть, сразу каких-нибудь там киллеров, скорее всего. Есть у меня такое ощущение. Но вот и узнаем, в общем-то. Так, один готов. Давайте отведем его сразу сюда. Пожалуйста, будьте любезны, на нашу сторону приходи. Вот уже один успел сбежать, но мы его поймали, естественно. Давай, отводи его сюда. Что там? Что с тобой будет? В кого ты превратишься? Я думаю, что в киллера сразу, да? В работягу? Серьезно, в работягу? Жесть какая. И ради этого мы так это самое старались здесь. Вау, игра. Ну куда ты убежал-то? Ну ты что? С ума сошел? А, он победил нашу... Ну ладно. Он это самое победил и тут же сразу сдался.
Все, без этого, ты пока полежи, отдохни, да. Капец, обычный работяга, представляешь, это ужас какой-то. Ну это не. Хотя бы реально киллерами сделали. Девятый уровень, тем более, никто никакой. Ужас. Кто там сражается опять? Где мы сражаемся? А где? Опять не приехали? То есть, короче, это не вариант. Не засчитывается нам, видите? Жесть. Какая дичь. Ну, седьмой уровень, ладно, не девятый. Ладно, побеждаем. Давайте, побеждаем. Быстренько все сюда. Нужно справиться с этими ребятами. Всех размажить, так сказать. Надеюсь, получится. Бегом все остатки наших сил сюда. Сейчас будем, видимо, восстанавливаться некоторое время с вами после этого. Потому что, ну, кто же знал-то? Что именно нужно их убить, а не... А, ну там было написано вообще-то убить, да? Но, я думал, это тоже считается, типа, мы же изменили их личности, так сказать. Так, и теперь нам нужно казнить Тамару. Блин, я думал, она к нам присоединится, ну что такое? Ну ладно, давайте, где там она у нас? А как мы это можем сделать? Казнить Тамару. Ну, так мы ничего не можем сделать. Господи, как же ты угомонить уже давай там. А, или можем. Ну-ка. Действительно казнить? Да, да. Поехал, давай сам ручки замарай свои, пожалуйста. Бам! Просто дезинтегрировал, так сказать. Соперница крыса Тамары Краст больше нет. Она стала слитком золота. Все проекты закрыты, кроме одного, связанного с силами закона. Скорее всего, там ничего важного. Может, новая форма фуражек. Важно, что Мидас близок к завершению. Хорошо. Плюс 25 рабочих, это хорошо, кстати говоря, получить награду. Сегодня был хороший день. Очень хороший, сэр. Госпожа Краст мертва, и сила закона в панике. Что может быть лучше? Ну, еще бы разобраться со всеми остальными ребятами тоже. Вот обязательно надо было все испортить. Что может быть лучше? Да много всего, если честно. Даже с ауромами и частицами Мидас требует столько энергии, что нам потребуется энергетический резерв половины мира. А вы не думали вставить у него батарейки? Конечно, я подумал про батарейки. Они слишком маленькие. Найдем что-то на накопителях госпожи Краст. Ее пароль больше 10 знаков с цифрами и символами. Хорошо, пока учусь хакерству, я сосредоточусь на более важных вещах. Пора расширять организацию. Так, отлично. Ну что ж, с Краст мы разобрались, она стала. Во! Вот ее мы оставим. Это мы уберем работягу. Продач. А сколько она стоит, интересно? Тоже 1000. Ясно. Дешевка. Так. Давайте тебя поставим в уголок. Будешь здесь стоять. Все. Тамарка. Окей, нам с вами что нужно сделать? Накопить 100 тысяч золота, ну, окей, накопим. Открыть новый тип прислужников, еще два нужно открыть. Выполнить побочные истории ради добычи, еще одну, окей. Но мы с вами сейчас, наверное, все-таки к Ольге вернемся. Так, этого товарища давайте превратим в работягу хотя бы, раз уж такое дело. Хотя бы в кого-то. Уже будет хорошо, я думаю. Делайте. Мы пока на мировую арену давайте и смотреть, что там у нас. Ну, ты так и будешь здесь тусоваться, да, я смотрю. Так и будешь здесь тусоваться. Это пригласить ее к нам, а это... Как раз таки сделать то, что нужно. А вот уже исчезла пригласить, кстати говоря. Но она так и будет, мне кажется, тусоваться. Ладно, давайте мы тогда сейчас, наверное, что с вами сделаем. 40, а сколько у нас здесь осталось? 58. Пока будем собираться, блин, там, то все. Если сделать так. А, ну, пускай приходит там, хрен с ней. Или мы сейчас сможем это отменить. Нет, мы не сможем отменить, мы сможем немножко ослабить, я так понимаю, да? Давайте разберемся с угрозой, а потом уже этим займемся тогда. А вот это уже хорошая штука. Исследование завершено. Поднимает здоровье силовиков выше 50. Во. Протеиновый шейк. Посрамит все прочее. В нем, наверное, есть какая-то сыворотка. Так, хорошо. Это у нас интересно, где появилось только. Видимо, в медкабинете в нашем. Ну что ж, ладно. Теперь у нас и здесь открылось. Слушайте, прекрасно. Хорошо. Так, что мы с вами можем сделать? Это добавит нам еще немножечко силы сигнала. Мы с вами можем, я так понимаю... Компьютерный блок закрыт, пройдите дальше, понял. Хорошо, тогда я хочу внимание немножко уменьшить. Блин, 80 тысяч золота, у нас денег сейчас у меня нет. Ладно, копим деньги, короче, тогда пока что. И попробуем здесь все-таки поставить эти штуки. Так, предметы, во-во-во. Ядрительно здоровенные тоже, да? Надо как-то поаккуратнее. Хотя помещается, в принципе, сюда. Помещается, да и ладно. Пускай помещается. Ну, так иначе, немножко все придвинем здесь. И как раз местечко будет дофига и больше. Раз, давайте. 15 тысяч нам хватит, на две штуки хватит. Более чем хватит, так. И пускай тоже здоровье себе повышают. Прямо будет то, что нужно. А вот и я слышу атомную Ольгу. Опять она. Нихера себе здесь что-то у вас немного. А, так это вот она и есть приплыла, все. А, тут сразу две волны, что ли, они просто на двух катерах приплыли. Ну, короче, в общем, вот она, здрасте, да. Восьмой уровень, ё-моё. Ну, будет тяжело, как говорится, но надеюсь, мы справимся с этим. Тем временем наши протеиновые коктейльчики готовы. Пожалуйста, аппараты, вот они здесь есть.
Товарищи суперагенты наши. Точнее, просто агенты. О, выпил и все. Так быстро. Найс, ну хотя бы так. Хотя бы так будет уже хорошо. Бахнул коктейль и пошел дальше тусоваться. Я думаю, что можно было одну поставить на самом деле, потому что как бы не так уж часто она пользуется спросом. Хотя вот, ну-ка, стоп. У тебя сейчас сотка, а сколько тебе надо? Сейчас больше не станет. Или станет? Не, сотка и будет, все. Ну, вообще-то как-то легко с ними справились, потому что ребята довольны. Там одна Ольга осталась только сейчас. Так, что там у тебя? 30 хп, все. До свидания. Ольга, до свидания. Надеюсь, с тобой не встретимся никогда больше в нашем логове. Так, осталось, мне теперь здесь освободилось немножко местечко, да, правда. 40. Можем себе позволить? Можем себе позволить. Легчайше вообще. Давайте. Наемники, лакеи, данные. Минуточка. Все. Запускаем сразу. Вы узнали о прошлом женщины, которая стала ядерной Ольгой. Теперь составьте на основании этой информации свой коварный план. Провести исследование ядерный порог. Так. Давайте посмотрим, что нам нужно для этого исследования-то. Мы хоть справимся с вами сейчас. Так. Исследование. Опа. 50 тысяч золота. Класс. Но сейчас накопим. Давайте, может быть, что-нибудь там промахинируем, так сказать, на арене, на нашей мировой замечательной. Что-нибудь есть интересненькое? Ну, ладненько, пару махинаций запустили на денежки. Сейчас будем пока как раз восполнять запасы людей, тренировать их и ждать денежек. Вот, уже 50 тысяч, в принципе, накопилось. Можно их потратить, я думаю. Ну и начнем, давайте, изучать сразу тогда. Раз уж такое делом, погнали. Так, готово. Организуйте выступление брата Ольги Виктора для ваших прислужников в Владивостоке. И, разумеется, дайте Ольге понять, кто оплачивает это мероприятие. Хорошо, давайте попробуем. У нас... Это что ли? Нет, это Джисталь. То есть, они считают, что Владивосток находится здесь? Ладно. Так, 45 внимания в регионе, минута 10 данных, 15 рабочих, 25 тысяч. Поехали, запускаем. Ядерная Ольга пришла, чтобы защитить брата. Перехватите и прикончите ее. О, все-таки сейчас с ней разберемся, значит, да? Ну что ж, в логове. В логове, ой-ой-ой, в логове. Ну приходи, давай мы тебя ждем. Опять приедет? Да, вот она. Опять она к нам приходит здесь. Все то же самое, какой уровень? 6-й, даже слабее, чем до этого, не? Вроде да. Ну ладно, что это? Он кого-то несет? А, показалось, нет, ладно. Ну давай, ядреная Ольга, заходи к нам, товарищ. Сейчас будем тебя встречать, как обычно, здесь. Да хватит там, кого там уже лупит-то? Кого вы лупите? Там вообще гости наши, вы что, офигели, что ли? Не надо! Это же наш замечательный ученый, которого мы тоже украли на мировой арене. Да не убегайте вы сюда. Пускай они там на ловушках поскользнутся. Ага, они их обезвредили. Ну понял, нормально, нормально. Почему бы и нет? А лазер работать сегодня будет, нет? Видимо, нет. Хорошо, понимаю. Так, а вы что сидите? Я вам отметил их. Я понял, ладно, врубаем сирену. Давайте. Аларм, аларм. Все выходим, начинаем драться. Во-во-во, ядрить побежала толкучка такая. Просто муравейник зашевелился. Разворошили. Жесть происходит. Ну, таким образом, хотя бы мы сейчас сможем с ними разобраться. Так, где там они? Все? Найс, отлично. И то, что нас не убивает, не убивает нас, и все. Перейти к цели. Получить награду 200 тысяч. Найс. Обычно такая веселая, Ольга. Что случилось? Что с лицом, Ольга? Что с лицом? Ты отлично знаешь, что случилось. Не всякие ваши дела моего брата. Ты угрожаешь тому, что я люблю ядерную Ольгу. Я делаю то же самое. Мы ему хорошо заплатили за услуги, и ничего с ним не случилось. И не случится, если ты не будешь испытывать мое терпение. Раньше тебя всерьез не воспринимала. Когда я вернусь, ты узнаешь, что способна на самом... Да, в смысле, еще не все? Да куда? Да хорош, Ольга, угомонись. Что начинается-то? Так, все, ладно, отрубаем. Давайте там, уносите все это дело. Выносите. Жесть, сколько можно? Вот она душит, конечно. Такое ощущение, как будто мы только хуже сделали. Ядерная Ольга взялась за вас всерьез. Теперь она добивается вашего полного уничтожения. Отбивайте ее атаки столько, сколько сможете. Класс, а потом что? Звучит, как будто бы я все-таки не смогу как-то сделать. Плюс 200 тысяч еще, да? Ох, я заметила, что ты не дрожишь от страха передо мной, товарищ гений. Но я это сейчас исправлю. Ты похвалишься, но та ядерная Ольга, которую я вижу, просто болтливая неудачница с зависимостью от качалки. Так было раньше, но теперь для меня это личное дело. Я разнесу твою организацию одного прислужника с другим. Ты сама перешла на личности, когда бросила мне вызов. Хотя ты хорошо сражалась, ты меня еще не одолела. В бою?
Нет, ну война это не только битва. Посмотрим, знаешь ли ты это не хуже меня. Так. Опять посрамить? Только не видишь, что здесь все по кругу идет? Ну нет, только пожалуйста, только не это. Звучит как будто бы да. Ну посмотрим сейчас. Потихонечку начинаем сейчас. Три точки, так сказать, сделаем. Необходимые, да, на мировой арене. Да уж, там что-то Ольга на мировой арене разошлась. Она прям блокирует там регионы жестко, прямо аж здесь. Ну, я сейчас отправил сюда отряд, конечно. Отправлю сейчас сюда отряд, здесь она будет немножко наблюдать. Пускай к нам приходит, я думаю, что справимся с ней, как раньше. Так, а здесь что у нас такое будет? Тоже про Ольгу, да? Надо будет и здесь тоже отправить. Ребята, к нам пока есть махинация на деньги, поэтому пока это не можем сделать, потому что деньги нам с вами тоже нужны. Ладно, посмотрим, посмотрим, что получится. Тут к нам в гости Ольга зашла в очередной раз, и сейчас мы ее солдатиков давайте-ка в камеру разместим. Хочу попробовать из них тоже что-нибудь сделать полезное для нас. Вот, и, собственно, посмотрим, что... Нифига себе у вас тут решимости. Ну, ничего, ничего, сейчас она так или иначе потихонечку снизится. И мы проведем с вами, так сказать, беседу воспитательную. Так, ну, дружище, давай, не разочаруй нас, пожалуйста. Что из тебя получается? Из тебя получается что-то хорошее? Ну, хотя бы так, хотя бы охранник, окей. Ну что ж, пока мы там с вами ждем, когда у нас на мировой арене все устаканится, так сказать, все сделать, все, что нужно сделать, мы тут небольшую перепланировочку устроили. Во-первых, переоборудовал всю эту нашу, все эти наши сигнальную штуку, да, откуда мы с вами ретранслируем наш сигнал. Собственно, теперь так все выглядит хорошо. Дополнительные аппараты, которые немножечко бафуют наших работничков здесь. И поставил здесь еще дополнительную кухню, потому что здесь она, я смотрю, уже постоянно стала забита. Ну, маленькое помещение, как не расширить его там. Вот, и часть отдал под кухоньку, и здесь тоже уже, как видите, пользуется спросом она весьма. Ну, тут еще даже есть местечко, где можно будет поставить дополнительные стойки, если надо будет. Здесь мы с вами сможем расширить в эту сторону, так что не беда. Если надо будет еще больше сигнала, мы с вами это сделаем. Здесь расширим, соответственно, сюда можно будет тоже расширить. Ну, короче говоря, есть куда расти. Вот, что у нас там происходит на мировой арене? Давайте смотреть сейчас. Мне кажется, там последний регион остался у нас. Да, он только что открылся. Хорошо, давайте мы с вами как раз бросим вызов еще раз, да. У нас все бойцы, все есть, деньги есть, замечательно все, поэтому отправляемся и посмотрим, сможем мы все-таки избавиться уже от этой Ольги или нет. Под руководством ядерной Ольги агенты сил закона осмелели, напомните им, что вас следует бояться, убить бывалых солдат в логове. Ну что ж, мы их ждем, давайте, приходите. Что-то такое сдается мне, что это еще не конец, нифига, на самом деле, с этой Ольгой. Вообще, будет ли он, непонятно. Но мы их ждем, давайте, бывалые солдаты, 5 штук. Они как бы обычно пачками такими к нам и приезжали, так что, я думаю, сильно отличаться это от прошлых их действий не особо-то и будет. Ну а вот, собственно, эти самые бывалые солдаты, 6 уровня, ничего необычного. Блин, сейчас наша мелкотня, конечно, полежит здесь пачками. Давайте, выбегайте, да выбегайте вы скорее отсюда, давайте. Во, наконец-то набежали толпой, так сразу и надо, наваливайтесь и все. И сразу все хорошо. Но это минус солдаты. Это минус солдаты плюс победа. Противостоять ядерной Ольге на мировой арене. Так, давайте взглянем, что у нас такое здесь. Срочно займитесь ядерной Ольгой в этом регионе, пока она не разгромила там все, над чем мы трудились. Где это? Вот это она? Да, 60. Можем ли мы позволить себе? Да, можем, в принципе. Наемники и прочее, прочее, прочее. Давайте, если, правда, поспешим, я думаю, что мы успеем все сделать. Ну что ж, скоро махинация закончится, и посмотрим, чем все это кончится. Будет ли конец этому или нет. Готово. Противостоять ядерный Ольгин еще. Заманить персонажа с мировой арены. А, теперь к нам заманить его нужно. Так, ну вот она. Так, ну попробую просто в регионе здесь немножко подействовать, может быть. Так, у нас что-то здесь появляется, да? Наемники. Ну давайте разберемся с угрозой. Она к нам так или иначе все равно придет. Вот, но нам как бы это и нужно, по идее. Так, 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 ядерная Ольга снова заглянула к нам в логово. Ну, давай мы тебя ждем. Где ты заглянула, только скажи, пожалуйста, чтобы мы знали. И нам нужно победить ее. Ну, ща будем побеждать, что нам остается. Опять здесь? Ну, естественно. Ладно, давайте поближе зайдете, там уже вас отмечу потом. Чё-то на сей раз прям многовато, слушайте их. Вау, 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 ребятки. Чё-то прям супер много. Ладно, давайте, идите к нам. Идите к нам, будем с вами разбираться как-нибудь. Надеюсь... Мы успеем, потому что там реально сразу, смотрите, еще одни ребята, это тоже, видимо, ее подкрепление. Но это похоже на последнюю волну, я надеюсь. Все-таки трясутся, вбегают, бедняги. Так, ну-ка не трогайте наших малышей, зараза такие. Все, этих отмечаем сразу, давайте. С ними нужно разбираться. Ну, понеслась заварушка. Так, ну тут мы с вами быстро справились, на самом деле, повезло. Реально повезло. Еще, конечно, не все, а вот и все. Вы нас удержали верх над этим суперагентом и узнали о нем важную информацию. Ваша следующая встреча станет для него последней. Ядрить, это еще не все. Еще будет последняя встреча какая-то. Нет ничего сильнее моей воли к победе. Я вернусь.
Вау. 200 тысяч зато там сами дали. Ты много раз пыталась меня победить, Ольга, но я все еще здесь, что бы ты ни говорила. Да. В бою я себя показала не лучшим образом. Даже я должна это признать. Но знаешь, почему я не волнуюсь? Подозреваю, если я промолчу, ты мне сама расскажешь. Потому что у меня железная воля и тело лучицы тета-радиации. Против них твои мозги ничего не смогут. Ты права, Ольга. Я не придумал средств против тета-излучения пока что. Так, ладно. О-о-о-о. Так. Ну тут явно тоже нужно их не выводить. А, они пытаются убежать? Подождите. Не пытаются сбежать. Ну ладно, давайте не будем давать им сбежать, может быть, тогда. Уже там разберитесь с ними до конца. А что они себе позволяют? Заварушка в коридорчике. Неплохо, на самом деле. Но пока что-то, на самом деле, они нас как-то это, неплохо так бьют. Так, минус 2. Ладно, давайте теперь здесь разбираемся. Еще трое осталось по-прежнему. Ну, благо, в нашем логове тоже дофига и больше людей, так что уж натренируем заново. Главное, с этими ребятами разобраться, и все будет хорошо. Фух, ну теперь можно все и почистить, так сказать. Но, кстати говоря, здесь я не вижу больше пока квестов про Ольгу, но, возможно, появится потом еще. Что, друзья, ну вот так вот, собственно, мы с вами провели сегодня день в нашем логове, да, мы часто видели Ольгу, часто с ней взаимодействовали, противостояли, было довольно интересно. Ну и, конечно же, немножечко продвинулись по сюжетной линии, мы победили с вами Тамару, которая теперь у нас стоит в нашем логове, в нашем кабинете, в виде золотой статуи, вот она здесь. Тусуется в прекрасной такой замечательной позе, как раз, мне кажется, и подходит. Ну что ж, и будем продвигаться дальше. Нам с вами нужно будет открыть новый типа прислужников, две штучки еще, да, выполнить побочные истории ради добычи. Одну штуку еще нужно будет сделать, и будем с вами идти дальше. На сегодня закончим. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Как всегда, с вами увидимся. Всем до скорого и пока-пока.